команды. Две из них оставили позади себя сильных соперников и тяжелый путь. И вот они здесь, в финале Лиги Чемпионов. С небольшим волнением и замиранием сердца Георгий Чертанцев и Константин Генич начинают заключительный репортаж Лиги Чемпионов этого сезона. Это Барселона против Барселоны. Ну что же, команды шли к этому матчу 9 месяцев. В сентябре они сыграли первый групповой матч Лиги Чемпионов. И вот они здесь, в финале. Время сильных наступает. Время бесстрашных игроков и сплоченных команд. Скоро узнаем, кто из этих двух клубов станет сильнейшим в Европе. И смотрим на состав Барселоны. Марк-Андре Тер Штеген сегодня в воротах. Ферран с первых минут играет с Депаем на флангах полузащиты. И в нападении с первых минут играет Пьер-Эмерик Обамеян. Барселоны в финале Лиги Чемпионов давно никого не удивишь. И тем не менее для футболистов каталонского клуба каждая финальная встреча важнейший матч, а не просто шанс добавить очередной трофей в коллекцию. Барселона с первых минут выпустил на поле следующий состав. Марк-Андре Тер Штеген сегодня в воротах. Ферран с первых минут играет с Депаем на флангах полузащиты. И в нападении с первых минут играет Пьер-Эмерик Обамеян. Ну что ж, давайте наслаждаться игрой. Уверен, нас сегодня ждет футбол высшего качества. Иначе и быть не может. В финале оказались достойнейшие и, наверное, самые зрелищные команды турнира. Перехвачен пас. Здорово отдал на ход. Что-то может получиться. Великолепно играет и спасает свою команду Тер Штеген. Мы видим, как реагирует тренер на этот момент. Сейчас его команда могла выйти вперед. Центр штрафной, мяч с углового летит. Не получилось вынести мяч, по-прежнему опасно может быть. Педри. Мемфис Депай. Плохой пас, точно на соперника. Педри. Мемфис Депай. Мастерски сыграно, а дальше что? Медленно затухло, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Обамеян. Депай. Пьер-Эмерик Обамеян. И бьет! Потрясающий вратарь играет. Какой удар-то!